Всем привет! Всем привет! Сегодня мы будем открывать вот такую прекрасную пони. Серия My Little Pony. Значит, 3+. Так, вот так она выглядит. Красивая, очень красивая. Это как дочь называется? Принцесса Сумеречная Искорка. Принцесса Сумеречная Искорка. Так, здесь карета будет. Ну, открывай, уже не терпится. Да, сейчас. Это все пони, которые у нас есть. Пока Катя открывает, можем посмотреть. Желтую как зовут? Флаттершай. Вот такая красотка. А розовую? Пинки. Ой, какая у меня шевелюра. А вот эту вот красавицу. Это Эпплджек. Эпплджек у нас видео есть, где мы тоже ее открываем. Все расскажем. Итак, самое интересное. Ой. Ух ты! Вот это карета. А тут всякие аксессуары надо достать. Вот они тут как-то... Да, как-то не стали. А я пока карету покажу. Здесь у нас пони есть. Слушай, а она даже... Едет, получается, ездит, да? Да. Передние, главное, подвижные. А задние, наверное, нет. Задние нет. Не, они едут. Тоже, да? Да, вот как-то просто не очень. Ну, давай посмотрим, что еще тут есть хорошее. Так, вот тут есть сама пони, только... Ой, подожди. Тут какой-то скотч. Тоже что-то типа... Может, его тоже надо отрезать зачем-то? Тут что-то. Я знаю, почему колеса так плохо ездят. Вот тут. Мешает им. А так они хорошо ездят. Вот так 40. Вот, видите? Хорошо ездит на самом деле это. Да, все ездит. Так, сейчас тут что-то надо тоже отрезать. Так, потом. Еще одну мне надо. Да, не просто. Ой, она еще открывается. Вот супер так вот. Вообще. Так, а вот что тут у нас пони? Надо ее тоже же достать, показать. Конечно. Вот такая пони упакованная. Какие-то штуки. Так. Давай его лезем. Вот она, какая вот красотка. У нее очень хорошая голова. Тут у нее вот такая корона, она снимается и заново одевается. Здорово. Да, вот. Действительно очень красиво. Да, вот такая корона. И а как аксессуары, я... вот к чему вот это вот? Ну, что мне это? Кажется, это надо вот так вот как-то на карету вот прицепляем. Вот, раз. Вот, да. Потом два. Ага. Вот так вот три. Сейчас вот. Вот, три. Да, три. И ой, она еще вертится. И четыре. Вот так будет. Да. Сейчас очень красиво. Поставим пони нашу. Закроем. Каретка очень красивая. Все четыре колеса крутятся. Успешно причем. Здорово. Так, где мы ее купили? Давай скажем, мы все время говорим. Мы ее купили в магазине, который называется Смик. Он находится на технопарк. Да, технопарк. Это станция метро Технопарк. Ага. А стоит? А стоит она где-то 1500. Да, 1500. Так.
Ну, вот тут надо вот обрезать все. Вот это там обрежем так. А так вот очень хорошее, красивое. Ну что, ребята, если вам понравилось видео, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на наш канал. Будем вас знакомить и дальше с нашими игрушками. Все, всем пока. Всем пока!